Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Царство цвета и цветов. Яркие сальви, крупнолистные диффенбахи, нежные глоксинии. Всю эту красоту можно будет увидеть в Йошкар-Оле. Завтра в ДК имени 30-летия Победы откроется ежегодная городская выставка «Мир цветов». Ее постоянные участники – школы и садики города. И главное условие для них – представленные букеты или композиции обязательно должны быть сделаны руками детей или педагогов. Бархатцы, цинии, сальвии. На территории детского сада номер 80 разбито 13 клумб. За каждой закреплена одна группа. В течение лета дети-дошкольники не только наблюдают за растениями, но и сами их поливают и пропалывают. Это так называемое трудовое воспитание малышей. Потому когда встал вопрос, какую цветочную композицию представить детскому саду на выставке «Мир цветов», ответ пришел сам собой. Непременно это будут цветы собственного участка. Генераторами всех идей являются наши воспитанники. Сейчас мы работаем в режиме тематических дней. Каждое утро у нас начинается с линейки, и мы объявляем, что, например, дети, сегодня у нас будет День цветов. И такой огромный, шикарный праздник, День цветов, у нас прошел на прошлой неделе в четверг. И он настолько был запечатлен в памяти наших детей, что они решили на городскую выставку цветов представить образ цветочной волшебной феи. Мы платьишко сделаем однотонным, верх сделаем тоже из каких-то других цветочков. У нас будет вот такая вот волшебная палочка, это же фея. Вот она, будущая цветочная фея. Часть цветов уже в вазах, другая пока еще на клумбах. В детском саду знают точно, платье феи будет не просто выразительным, а ярким. В нем сделают прорези, накануне выставки туда поместят цветы. Здесь вот я края вот так вот скруглю и туловище лисенка моего предполагаемого практически готово. Флористическая губка, секатор, шпажки, ножницы, скотч. Для создания цветочной композиции в школе номер 10 признаются. В ход шло все, что было под рукой. Фантазии школьникам и учителям не занимать. Маленький принц, лис, планета Земля и звезды. Цветочная композиция, которую они представят на выставке, будет сюжетной. Как-то само собой родилась идея по мотивам сказки «Экзюпери. Маленький принц». А вот где маленький принц, встречаясь с летчиком, говорит, что встал поутру, примерно такие слова, умылся и сам приведи в порядок свою планету. И вот хочется мне отразить это высказывание маленького принца в своей композиции. Цинии, хризантемы, садовая зелень. Какими цветами украсить композицию в школе решали всем коллективам. Обязательно будут и цветы, выращенные на пришкольной территории. Их культивируют здесь сами ученики. С ранней весны продумывают то, каким будет клумба очередным летом. В этом году выставка «Мир цветов» посвящена году охраны окружающей среды. Традиционно композиции представят как профессионалы, цветоводы-любители, так и образовательные учреждения города. 24 школы и 21 детский сад. Мастер-классы, продажа редких растений и новинок для всех желающих. Программа выставки будет насыщенной. Цветоводы – люди, которые привыкли просто так дарить радость людям в виде красивых цветочных композиций. Поэтому победа в ежегодном конкурсе «Мир цветов» по сути важна лишь для признания, без какой-либо финансовой выгоды. Выставка откроется в эту пятницу в 2 часа дня, а итоги подведут уже в воскресенье. ТВ и радио на Патриаршей представляет «Ты хочешь это видеть?» Второй фестиваль фейерверков в нашем городе. «Ты хочешь это слышать?» Финалисты конкурса «Пульстар». Хедлайнер фестиваля – модный диджей Руслан Нигматуллин. 9 августа – феерия звука и света на Патриаршей площади. Генеральные партнеры фестиваля – Мегафон, Сбербанк, Мари-Автоцентр, Матрица, Мари-Энергосбыт. Эй, гуляем по-царски! Агрохолдинг «Акашево» вновь идет на рекорд. 10 августа на Патриаршей площади мы приготовим 100-метровый бутерброд. Да-да, самый длинный в России. И съедим его вместе с вами. В честь праздника народные забавы и состязания, угощения и соревнования. А на десерт новые и лучшие песни «Максим». Наверное, это мой рай.
В день города. Царские гуляния на Патриаршей площади. Организатор мероприятия — птицефабрика Акашевская при поддержке Россельхозбанка. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.